Всем привет, народ! И вы можете в это поверить, это Стражи Галактики. Вебки сегодня не будет, потому что, ну, это интерактивное кино. Здесь вебка просто не нужна, так как мы смотрим практически кино с вами, я буду читать субтитры. О чем игра? Это игра по Стражам Галактики, она не пересекается, насколько мне известно, с сюжетом фильма, который выходит в ближайшее время, по крайней мере, я так надеюсь. И что же, прочитаем синопсис через секунду. А вообще, хотел вам рассказать про крутые игровые наушники, мыши и клавиатуру, которые у меня есть. Это девайсы от QCyber, у меня для вас огромная скидка. У них есть девайсы игровые, причем игровая мышь, клавиатура, все такое. Все это у них есть практически за бесценок, за 1000, за 2 рубли. Если у вас есть чуть больше денег, можно за 6, ссылка на это в описании. Ровно как и мой промокод Евгений Рус. Просто потрясающие уши на мне сейчас от QCyber. В них, например, вот эта музыка из заставки. Вот эта вот, которая сейчас играет. Просто потрясающе звучит, они еще и с вибрацией. Но если вы их позволить себе не можете, есть и более дешевые варианты за буквально там не 1500-2000 рублей. В общем, очень рекомендую, ссылка на это в описании. Пока что доступен первый эпизод, всего их будет 5, играем на PlayStation 4, очень-очень рано, и давайте посмотрим, что у нас здесь. Эпизод 1. Запутавшиеся в грусти. Танос, легендарный безумный титан, лишь один из растущего списка проблем стражей. Пока злодеи со всех концов галактики устраивают охоту за Питером и его командой, узы этой необычной семьи начинают слабеть. Значит, команда начинает распадаться. Это интересно, и да, в игре есть ракета. Вот этот енотик. Да, он тут есть, и Грут тут есть, и маленький Грут тут есть. Все здесь есть. И это игра от Telltale Games, то есть альтернативные выборы, все такое. Все, естественно, мы будем изучать, роликов по игре будет много, не просто прохождение. Сейчас мы проходим как бы первый раз, я только-только запускаю игру. Столько эмоций, столько всего хочется сказать, ребята. И скажу вот что. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии, так как еще сегодня будет у нас Watch Dogs 2. Также ждем Outlast, у меня он, скорее всего, будет чуточку до релиза, так что порадуемся, посмотрим на игру до того, как на нее можно будет наложить руки. К тому же, если вы поставите лайк этому ролику, и мы наберем более 1000 лайков, произойдет чудо, и я буду очень счастлив, кое-что случится, а вот что, чтобы это узнать, нужно поставить 1000. Окей, надеюсь, за музыку видос не забанят. Telltale Games, Хамеза. Guardians, this is the Nova Corps. Здесь Танос. Разрушитель миров, перчатки большие светятся. Ты должен нам помочь. Это самый приоритетный сигнал бедствия. Звездный. Я знаю, мы редко просим вас о помощи, но сейчас положение отчаянное. Я вам ничего не должен. Нет, мне с этого что? Мы удалим с твоего дела все данные о прошлых преступлениях. Угнал корабль на Ксандере, вступил в связь с Центурионским преступником, выдавал себя за офицера корпуса Нова. Я хочу, чтобы у всего моего экипажа была безупречная репутация у Ракеты, у Гамора, у Грута и у Дракса. Ага, Нова Прайм будет не в восторге. Но если так нужно, сделаем. Ладно, ситуация такова. Мы отследили Таноса до этой планеты. Но когда наши корабли вступили в бой, он уничтожил наш флот. Если ты не поможешь, он нас всех убьет. Нам с ним не совладать. Половина наших кораблей уже уничтожены. Мы заняли оборонительную позицию вокруг планеты, но долго мы не продержимся. Проклятие, космические патрули, вы тут набортачили. А воплатился за это я. Это и так понятно, не зачем специально тыкать. Скорее, прошу. Nova Corps will remember that. Интересно, будет ли это иметь значение. Time to rock and roll. Время для рок-н-ролла. Я буду играть, наверное, в засранца такого надменного, как и этот же парень в фильме. Кстати, да, внешность он свою не подарил здесь. Здесь скорее комиксный вариант. Актер, видимо, отказался дарить свою внешность или... Окей. Питер! Господи, какие у вас проблемы? Похоже, там ждет смерть. Обычно работенка для нас. Я не жалуюсь. Как же быстро они говорят. О, господи. Даже не продохнешь. Хе-хе, какая романтика. Романтика. Можете прекратить красоваться и поможете, пока мы не взорвались. Ох ты, это ракета. Чёрт тебя за ногу, енотик здесь.
Квилл, инструмент! Бери же! Взял? Спасибо, человек! И готово! К следующей катастрофе! И что это значит? С чего начать? Микродвигатель сгорел, компилятор выдает углерод. Я есть Грут! А, теперь и Грут горит! Ребята, Грут горит! Питер, лови! Давай, тушить! Черт возьми, Грут чуть не умер. Я есть Грут. А, Грут говорит спасибо. Постой. Эти вы все там, кто? Черт побери, моим кораблем управляет. Я думаю, корабль управляет сам сам. А, я знаю, кто маленький. Малыш управляет кораблем. Малыш Грут. А, эй, это Дракс. Не отвлекай, звездный лорд. Здесь Танос. Сегодня я наконец-то убью нашего заклятого врага. Я отомщу за покойную жену и дочь. Я не здесь реально помню, но я так ждал этого дня гибели. Мечтал об этом. Эй, я только за то, чтобы поддержать его вместе. Он не убийство, нам самим надо как-то уцелеть. У нас на корабле никакого огня нет. Пошевеливайся, Дракс! Столько эмоций, я не могу описать то, что я чувствую. Очень-очень нравится то, что я вижу. Я тут радовался. Ну, да. Ты можешь заткнуться, лады? День начинается просто здорово. Я есть Грут. Застой, что? Все, блин, я такой лицекунов впервые видит этот штурвал. Возможно, так и есть. Ну, вряд ли. Ладно, ребята. Сейчас я вам покажу, как надо. О, черт! Ребят, держимся. У вас прикольные стулья. Наверное, спина в таких не болит. Стражи Галактики от Marvel и Telltale Games. А вы думаете, чего так долго не выходят эпизоды The Walking Dead? Что бы они там ни говорили в Telltale, естественно, они тратят время и ресурсы на эту игру. У нее тоже 5 эпизодов. На PS4, естественно, все это появляется раньше, чем на ПК. Так что если вы такие, блин, где-то скачал, то, Евген, ребят, купил на PS4. Ну и к тому же, я же блогер, поэтому я немножко раньше получил доступ. Я есть Грут. Нет, это совсем не смешно, глупая собака. Собака? Да не собака, а бревно. Ладно, теперь я точно зол. Отвратительно. У нас тут для этого ванна есть. А где зеленая большая? Лучше у вас были сиденья прочнее. Еще дышит? Не. Графику, кстати, подновили, реально стало выглядеть чуточку получше, чем раньше. Ну, правда, главный герой в фильме лучше смотрится. О, нет, спаситель! Моя милая крошка! У нас на корабле ребенок. Это нехорошо. Где он? Пит, мотай сюда, в смысле лезь, или как там будет? Все, иду, енотик, тихо. Ну, правда, лезть не в моих правилах, я летать привык. Постой, где он? Какой малыш, на чем вообще? Он про мини-Грута? А, дурацкие коротенькие ручки! Здорово быть таким высоким. Помыть, давайте вот так. Помощь нужна, дружок? Ты поразительно наблюдателен. И знаешь, сейчас первое будет, если вы мне не поможете. Вы, вообще-то они на ты разговаривают, господи. Опять эти бельгийцы перевод сделали дерьмовый, господи. Я очень рад, если меня бельгийцы найдут на работу, я готов приехать в Бельгию и нормально переводить эту игру. Я готов к этому. Ой, ай, о! Еще наносекунду, и нас бы на атоме разнесло. По-моему, она еще может взорваться. Это точно не игрушка. У нас бывают терки с разными опасными уродами. Эта штука будет аргументом в общении с ними. Разве не прелесть? Еще немного нестабильна. И все равно, раз ты привел к набор такую опасную вещь, надо было мне сказать. Нам. Надо было нам сказать. Я сказал Груту. Груту. Так вот, как я умру.
А, ну мы на планете, ладно, если стекло отстрелят, ну, может, приближается безумный титан. Он направляется к этим руинам. Похоже, корпус Нова не удалось его сдержать. Теперь только мы сможем его остановить. Только мы впятером. И с этой пушкой. Черт возьми, не направляй это на меня, тупое животное. Извините, извините, обидел. Милый енотик, важно хотя. Он не любит, когда так называют. Друг, приятель. Эпизод первый, запутавшиеся в грусти. Странное название. Может, планета такая, которая навеивает грусть? Ну, то есть тут пустыня. Если я попаду в пустыню, тоже грустно будет. Я чую его мерзкую вонь. А почему ты идешь задом наперед? Это так нормально? На твоей планете так ходит? Эта дверь так легко не откроется. Да, откроется. Ну, ты хочешь Хорошо. Это пушка. Она еще не совсем рабочая. Ай, она стреляет только одним выстрелом. Ну, это, знаешь, такая фича, да. У меня, то есть, не хватает энергии, чтобы... рассчитать заряд. Постой, что? А раньше ты не мог это сказать? Не хотел портить настроение. Теперь посмотрим. Нам нужно найти проход. Кстати, у меня вопрос к тебе. Енотик, ракета, извиняюсь, ракета. Почему у этого оружия такой огромный приклад? То есть, понимаете, приклад нужен для того, чтобы стабилизировать оружие, когда ты его держишь, когда оно стреляет. Но твой приклад находится где-то там очень далеко. Такое ощущение, что енотик, то есть ракета должен быть в раз в 5 побольше, чтобы ты оружием подходило. Я Грут. Господи, бельгийцы совсем обленились. То есть у игры практически нет перевода. Нам наполовину переведена. Молодцы, молодцы. Напрягается. Напрягается больше. Окей. Посмотрим. Может быть, вот там. Ух ты, взломает, ну-ка. Кажется, я знаю, как переправиться. Иди осторожно, звездный лорд. Танос не должен обнаружить твое присутствие. Я вообще не пойду. С маской он, кстати, круче выглядит. Теперь он похож на парня из фильма. Хоть как-то. Как используется для поднятия вверх? Окей, уровень 2. То есть здесь можно вверх подниматься. Это вообще классно. Серьезно, это круто. Ого, полегче, лавкач. И да, я пойду на фильм, когда он выйдет. Очень жду его, обязательно будет обзор. Обзор, пойдемте внутрь. Как вы думаете, что там может быть? Радиация? Радиоактивные голые женщины? Надеюсь на голых женщин. Ну, пару разбитых кораблей тут есть. Звездный лорд, что видят твои красные глаза? Они видят, что на меня падает камушек. Черт, тормоза, тормоза, тормоза! Твою мать, нет, нет, черт, все поломал нахрен вообще. Но я живой. Питер, Питер, ты ранен? Не молчи. Это я собираюсь сделать. Сломал спину. А моя спина. Столько кусочков поприбавилось. Да ладно тебе, королева драмы. What the fuck? Да я опять что-то сломал, твою мать. Вот это пиздец. О, нет. Что случилось? Нашел корпус снова. Ну, корпус снова действительно поломан. Ага, они... Все мертвые. Подождите, я найду способ, чтобы вы могли пройти. Корпус снова, значит. Массивная дверь, выстрелить, нажать. Давайте посмотрим на нее в первую очередь. Питер, что у тебя? Эта штука прочная, нужно что-то очень мощное, чтобы ее пробить. Продолжай искать, мы на тебя рассчитываем. Он такой, ага, да. Рассчитывать, значит, да. Может нажать на нее? Отойдите-ка. Попытаюсь столкнуть вниз. Не, ну то есть, мало ли она изнутри открывается. Будь сильным, звездный лорд. О, классно получается.
Они просто издеваются над ним. Давайте поспрашиваем их. Ты здесь? Так это твоя чудо-пушка уже готова? Совершенство спешить нельзя, и с наномолекулярным оружием тоже. Нет, не готова. А, стоило попробовать. Может, еще поболтаем? Дракс, ответь. Да, Звездный Лорд. Так, как думаешь, кто это место построил? Кри. Видно по ужасной архитектуре. Но более кровожадных и нечестных существ я не встречал. Я был очень рад, когда они все были уничтожены. Господи, какой же ты кровавый, а? Постой, Гамора. Господи, какой у нее имя? Гамора, есть минута? Что? Знаешь что-нибудь полезное о Таносе? К сожалению, это так. Когда тебя растит монстр, ты из первых рук узнаешь, что за мрак в нем живет. Танос существует только ради смерти, для того, чтобы безраздельно править галактикой. Будет мудрым приготовиться к бою так, как не готовились никогда. Труп солдата, давайте вас смотрим как следует. Официально заявляю, мне тревожно. По твоему голосу не скажешь. Давайте поймем, что это, неземная растительность? Почему она должна быть земной, блин, мы в космосе, это очень странно. Это как какой-то грибок, наверное? Может быть, не знаю. А кто знает, пожалуйста, выходите, кто смелый. Труп солдата корпуса нового. Продолжим осматриваться, ребят. Что-то тут быть должно. Да тут бойня была. Бойня? Может, они просто выпали из своих летающих аппаратов и побились об камни? Не знаю, как тут было, но сейчас все разбито вдребезги. Очень тяжело понять, как открыть дверь, когда все раскурочено в саркотан. Это, конечно, все довольно напряженно. Давайте кратер от метеорита, что ли. Зачекаем вообще, как оно. Кратер. Посмотрим. Постой, кратер. Это сделал Танос? Тот за кем сейчас гонимся? Ага. Я думаю, можно подняться на уровень выше. Так будет проще увидеть что-то еще. Например, вот этот звездолет. От слова звезда. Видимо, корабль корпуса Нова совершил аварийную посадку. Прямо сквозь стену. Выглядит не лучше моей посадки. На самом деле, получше, мы-то не через стену приземлились. Блин, эти сапоги выглядят как какие-то пердоматрасы летающие. Тут нельзя взлететь, а если я очень хочу? Почему нельзя выше? А, окей, я бы задел планку, переборку какую-то. Посмотрим. Должен быть выход, понимаете? Должен быть выход. Если выхода нет, значит, я туплю. Но я специально все осматриваю. Хочется понять, что же случилось. Может быть, у тебя что-то есть? Или ты жив? Да, аж прилично тебе досталось. Но он хотя бы живым выглядит. Ну как? Отчасти живым? Почему мы двигаемся так, как будто... Господи, почему он так странно двигается? Посмотрите. Такое ощущение, что у него запор. Я так как-то до туалета шел, когда мне у меня такое было. Это в бою повредилось или так и должно выглядеть? Еще тут очень, ну, как бы темно, что не помогает, конечно, в исследовании местности. Понимаете ли? Но я уверен, что что-то должно быть на втором или третьем этаже, то есть не просто так есть второй и третий этаж. А в игре есть второй и третий этаж, ребят. Нужно понимать, что велика вероятность интересных вещей на этих этажах. Окей, может, тут что-то есть? Просто пока что я не очень понимаю, как открыть эту дверь. Давайте пойдем к центральному пульту управления. Здесь, как видите, ничегошеньки. Значит, что-то по центру. Жалко, мы не летаем. Летать было быстрее. Так, давай, потопали. Ну, блин, вообще реально он двигается очень странно. Это нормально? Все так двигаются, ну, в этой метавселенной. Искрящая панель. Наверное, это оно. Ух, я вырвался из этой хреновины. Постой, может быть, все-таки что-то тут можно посмотреть, понять. То есть, пока что все очень странно. Платформа лифта, прислушаться. Так, постой, что-то есть. Похоже, Танос уже там. Так, нам-то сейчас какой токсит. Труп солдата корпуса нового. Давайте осмотрим еще труп. Я уверен, что что-то мы найдем. Я уверен, что здесь принцип такой. Осмотри все, и ты узнаешь ответ. Они все... Мда... Я уверен, что в этом принцип. Впрочем, ребята, мы продолжим уже в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось, можете поставить палец вверх.
И в следующей серии вы уже узнаете, что же произошло дальше и как мы запустили весь остальной отряд внутрь. И до следующей серии. Всем пока.